открывайте сейчас. Бите, глава 6, стих 1. А я буду объяснять все. Бите, глава 6, стих 1. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери. Слушайте, это как пришак. Не все люди будут понимать это. Не все люди будут понимать это. Но если вы хотите понимать это, послушайте внимательно сейчас. Еще раз. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи Тогда сыны Божьи. Тогда сыны Божьи увидели дочери человеческих, что они красивы, и брали их себе в жене, какую кто избрал. Еще раз. Тогда сыны Божьи. А кто эти сыны Божьи сегодня? потому что они еще сегодня здесь. Раньше сказал, раньше сказал, Библия объясняла себе, Библия объясняла себе, сейчас мы будем читать об этом. Кто эти синие божьи? Кто они сегодня? Сейчас мы открываем. Сейчас мы открываем. Сейчас мы открываем. Пророка Оси. Глава 1, стих 10. Вопрос. Кто эти сыны Божьи? Еще раз. Кто эти сыны Божьи в битве, глава 6, стих 2? Сейчас мы узнаем пророка Оси, глава 1, стих 10. Но будет числа сынов Израилеви. Послушайте. Но будет числа сынов Израилеви, как песок морской. Здесь сказал, сынов Израилеви. Они тоже сами сыны Божьи. Еще раз. Но будет числа сынов израилевик как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить, ни исчислить. Еще раз. Но будет числа сынов Израилевик, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить, и там, где говорили им, сыны, еще раз, сыны Израилевы, где, где говорили им, где остальные люди, говорили наши люди, вы не мои народ. Остальные люди сказали, что мы не Израиль люди, мы не сини Бог. где наши Бог расстоял наши люди, когда мы не соблюдали Его заповеди, или когда мы унищожали Его заповеди. Напомните, что я раньше сказал. Помните, я раньше сказал, что наши Бог расстоял или бросил нас между всем народом, потому что мы не соблюдали Его законы. Когда мы это сделали, Он расстоял наши люди. А сегодня мы живем между остальными народами. И они сказали нам сегодня, что мини сыны, а, ми а, как сказать, мини а, дети Божьи. Или что мини сыны Божьи. Об этом пророк Оси сейчас говорил. Бог показал его это, и об этом он писал. Еще раз. Пророка Оси, глава 1, стих 10. Это определение для сына Богом. Но будет число сынов Израилев, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мои народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. Вы Бога. Где он наши люди? Где он наши люди? И остальные люди сказали, вы не синий бог. А как они это сказали нас? Они сказали, что вы русские люди сегодня. Они сказали наши люди, что мы африканские люди или американские люди. Это не имя, которое наш Бог сдал наши люди. Наш Бог назвал нас израильцы. Наш Бог назвал нас израилевик люди. Он назвал нас их люди. Он назвал нас его люди. Сыне Бога. Но остальные люди не хотят, что мы будем помнить, что мы Бог народов, что мы Его люди. Но сегодня и остальные видео или старые видео я уже сделал. Посмотрите эти видео. будут говорить им, «Вы сыны Бога живого». «Вы сини, Бога живого». И сейчас, давай мы обратно пойдем сейчас. Битие глава 6, стих 2. Тогда сини Божьи, Израилевы люди, здесь мы называем тогда, Сыне Божий, но потом в будущее. Он начался называть наши люди израильтями или Израиль. Тогда Синий Божий увидели дочери человеческие, что они красивы, и брали их себе в жене, какую кто избрал. И сказал Господь, и сказал Господь, сейчас мы посмотрим, если он любит это или нет. Если это нормально с ним или нет, когда мы будем в браке с остальными людьми. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плод, потому что они плод. Пусть будут не их 112 лет. Когда мы начали выступать в браке с остальными людьми. Наш Бог был очень злится с нами. Это грек для нашего Бога. Это грек при нашего Бога. Сейчас открываем. Тобит, глава 4. Тык 12. Остригайтесь всякого блюдодеяния. Это Тобит. Он говорил это к его сыну. Его сын называет Тубая. Он сказал его, остригайтесь всякого блюдодеяния. Что это блюдодеяние? О чем это? Что это он говорил здесь? Что это блюдодеяние здесь? О чем он здесь говорил? Остригайтесь всякого блюдодеяния. Сын мой, это его сын, он это сказал. И главным, и главным образом возьмите жену и семени отцов ваших когда он сказал из семени отца ваших это от израиль люди от наших люди И не возьмите жену иностранная женщина еще раз: и не возьмите жену иностранная женщина никогда вы будете забрать иностранцы или иностранцы девушку. Никогда вы будете забрать иностранные девушки в браке. Это что он здесь сказал, его сын. Потому что когда мы это сделаем, это как блюдо-деяние к нашим богом. Это как блюдо-деяние пред нашим богом. Поэтому он это сказал, его сын. Никогда не делайте это. Это очень, очень плохо. Еще раз. Остригайте всякого блюдодеяния, сын мой. И главным образом возьмите жену из семей отцов ваших. И не возьмите жену иностранная женщина. Еще раз. И не возьмите жену иностранная женщина. Это тоже для нашей а, девушки. Никога муж от эти люди? Только от ваши люди. Только от ваши люди. Дальше. Которая не из племя отца вашего. Которая не из племя отца вашего. У нас 12 племен. У нас 12 племени. Если вы хотите жена или муж, заберите, пожалуйста, муж от ваших людей. Дальше. Потому что мы дети пророков. Потому что мы дети пророков. Ной, Авраам, Исаак и Яков. Еще раз. Потому что мы дети пророков Ной, Авраам, Исаак и Яков. Вспомните, сын мой, что отцы наши с самого начала, даже что они все поженились женам своих развеников и били благословлены в своих детях. И их семья наследует землю. А я знаю, что много русские люди хотят, что их люди будут в браке с русского людьми. Это неплохо. Если они против наших людей быть в браке с русского людьми, девушки или муж, это неплохо. Это правильно при Богом, Потому что Бог, он никогда не хотят, что... Мы будем в браке с остальными Это против его закон. Еще раз. Это против его закон. Если русские люди сказали, не надо быть в отношении с нашей девушкой или муж. Делай что? Послушайте им. дальше, потому что я знаю, что есть много людей, они будут сказать, это расизм. Но нет, это не расизм. Нет, это никакого расизм, если русские белые люди не хотят, что наши люди будут в браке с русского девушки или муж. Это не расизм. Это правильно при Богом. Это очень правильно русские или украинские или белорусы, американские, европейские, африканские, как сказать, арабский, если они сказали нет, это не плохо. Это очень-очень правильно. А наш Бог не против этого. Об этом мы сегодня читаем от Библии. Еще раз. Вспомните, сын мой, что отцы наши с самого начала даже что они все подженились женам свой, развеников и были благословлены в своих детях. Мы можем, как сказать, мы можем получить благословение от Бога, где, когда мы это сделаем. Мы можем получить наш Бог благословение, если мы это соблюдаем. Не только, не только нас, и тоже наши дети наши дитя будет получить только это благословение. И их семья наследует землю. Слушайте. Итак, сын мой, возлюби братьев твоих и не презрайте, и не презрайте в сердце твоих братьев твоего. И не презрайте в сердце твоих Твой, сыновей и дочерей народа Твоего, когда мы любим друг друга. Это только, не только. Когда мы любим друг друга, мы начнем любить остальные люди. А мы хотим, а тогда мы хотим быть в браке с ним. Но если мы любим наши люди, наши предки, наши отцы, как я раньше уже прочитал, как я уже, как я уже читал раньше, мы будем любить друг друга, а мы будем выступать в браке между друг друга без остальных людей. Еще раз. Итак, сын мой, возлюбите братьев твоих и не презрай в сердце твоих братьев твоих, сыновей и дочери народа твоего. Это не только для мужчин, это тоже для женщин. Не будете слишком горды. Еще раз. Не будете слишком горды, чтобы не жениться на одном из ваших народов ибо в гордости есть разрушение и много хлопот. И в разврате, еще раз, и в разврате распад и очень хочется. Для разврата есть мать голода. И еще раз, не будете слишком горды, чтобы не жениться на одном из ваших народов. Ибо в гордости есть разрушение и много хлопот. Это что Он сказал Его сын Это что наш Бог сказал нас в пустыне, когда мы были в, когда мы были в пустыне с Моисеем. Это что Он тоже заповедал нас через Моисея. Это плохо при наш бог это злой это злобность. при наш бог это злой это злой пред наших бог Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter and podcast and stay up to date with us. For more information please visit www.israelunite.org.